Всем привет, друзья, с вами канал БТВ, у нас сегодня на распаковке вот такие вот динамики JBL Clip 3 Red, красного цвета. В 2018 году такие наушники заняли первое место по продажам. Вот, напоминаю, это Bluetooth наушники. Значит, в режиме автономной работы 10 часов, о чем указано здесь на стикере. Данный динамик — это оригинальный. Вот ссылочку, где покупали, я оставлю под видео. Проходите по ссылочке, будете получать скидочки и все остальное. Итак, давайте мы сейчас раскроем, посмотрим, как они выглядят, как звучат. Я все открыл. Вот такая у нас вот книжечка к нему. Смотреть мы эту книжечку, конечно же, не будем. Если кому нужна информация, смотрите в интернете. Итак, какие особенности данного динамика? Значит, прочная ткань на динамике вот здесь очень приятная на ощупь. Противоударный прорезиненный корпус. Вот очень такой довольно-таки тоже очень классный. Вот, значит, колонка позволяет брать ее с собой куда угодно, не опасаясь за механические повреждения. У нее очень высокая степень защиты от воды, IPX7. Вот, надежно защищает от капель, брызг, а также обеспечивает сохранность устройства при его погруженности в воду. То есть можно его погружать в воду. Вот, литий-ионные аккумуляторы здесь. Как я говорил, автономность режима до 10 часов. Вот, классно, правда, очень. Вот, за беспроводную подковую передачу данных со смартфона или планшета в портативной колонке JBL. Наши колоночки JBL Clip 3 отвечает интерфейс Bluetooth, который позволяет высокое качество звучания, гарантирует звуковой мощностью 3,3 Вт. То есть, в принципе, для вот такой малышки это неплохо. Особенность этой модели является металлический карабин. Вот он, у него такой есть металлический карабин. Его на велосипед вешают, еще куда-нибудь. То есть он удобен. Вот так раз и повесили, и слушайте его. Вот. Ну, давайте сейчас мы подключим и посмотрим, как они работают. Итак, включаем кнопку включения. Вот как они сразу завибрировали. Так, попробуем сейчас перейти на наш канал. Здесь мы в поиске. Давайте-ка мы сейчас посмотрим. Указать устройство. Добавить устройство. Данила, здравствуй. Чего? Добавить устройство. Ага. Сейчас посмотрим, будет ли он искать. Что это? Что это? А, здесь еще кнопочка Bluetooth. Давайте мы нажмем. И, возможно, вот, смотрите, динамики. Убираем подключение динамиков. Вот они, наши JBL Clip 3 подключены. Итак, ну давайте послушаем сейчас, что не включим из канала, у нас готово. Итак, вот он как у нас здесь виден. На 70% зарядки у него. И давайте нашу музыку. Звук очень хороший. Давайте мы попробуем, что тут у нас увеличить. Да, Данил? Да. Попробуем еще раз. Итак, друзья, всем спасибо. Мы рекомендуем данный динамик. Вот, подписывайтесь на канал ДТВ, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот. Обязательно под видео будет ссылочка на данные динамики. Данила, всем скажи пока-пока. Да, вот Даниле тоже нравится. Да? Данил, тебе нравится?
Скажи, пока-пока. Пока. Ой, какие наушники.